Здравствуйте! В первой половине дня сегодня возможно небольшое напряжение, поэтому в перепалки не вступаем. Лучше поспите подольше. Позже все нормализуется, поднимется настроение, и все будет складываться наилучшим образом. А вечером хорошо сходить на концерт, в кино, поиграть на фортепиано. Сегодня, кстати, отличный день для творческих людей. А главный совет дня – откройте счет в банке на любую сумму. Удачное время, правда. Финансового вам благосостояния. И до встречи завтра.